Здравствуйте! Добро пожаловать в интернет-магазин Raywood. Меня зовут Катя, и сегодня в нашем видеообзоре знаковая, культовая, загадочная и узнаваемая во всем мире коллекция Black Forest от немецкого бренда Diebern. Над созданием этой посуды в 2003 году работал британский дизайнер Бодо Сперлай. Он не просто художник, а мастер необычного предметного дизайна. Бодо называет себя энтузиастом керамики. Он создает действительно уникальные, красивые вещи из фарфора не только для бренда Diebern, но и для других известных мануфактур. На создание этой коллекции его вдохновил осенний лес. Природа вообще является одним из главных источников вдохновения, а осенняя природа и тем более. Посуда получилась контрастной и очень выразительной. Лаконичный силуэт зимнего дерева, будто нарисованный черной тушью на молочно-белом костяном фарфоре, производит сильное, буквально завораживающее впечатление. При этом взгляните на формы этой посуды. Они очень простые, что соответствует принципам немецкой художественной школы Bauhaus, где дизайн не отвлекает от функциональности. Вся продукция компании Diebern производится на единственном заводе в Баварии, где почти 70% процессов выполняется вручную. В философии этого бренда особенное место занимает принцип осознанного потребления. Это касается их производства, где сведено к минимуму негативное воздействие на окружающую среду, и это касается качества посуды. В Diebern не выпускают недолговечную трендовую посуду. Они создают только изделия феноменального качества, которые служат долгие годы, и дизайны, которые также не устаревают десятилетиями. Черный лес сделан из прозрачного костяного фарфора, и вы не представляете, насколько он тонкий, легкий и прозрачный. Его можно мыть в посудомоечной машине и использовать в микроволновой печи. Пользуйтесь с удовольствием каждый день. В этой серии есть все необходимое для того, чтобы засервировать роскошный стол, а если чего-то нет, то она отлично сочетается с другими коллекциями бренда. Например, с золотым лесом. Чтобы рассмотреть все предметы этой коллекции, на нашем сайте raywood.ru заходите в их карточки товара и смотрите наши видеообзоры. В них я детально показываю каждый этот предмет.